Продолжу выпуск криминальным обзором. Весь Пермский край сегодня обсуждает шокирующий случай, произошедший в Куиде. Водитель легковушки сбил 3-летнего ребенка, который находился на проезжей части без сопровождения взрослых. Чем все окончилось, нам сейчас расскажет Елена Катаева. Она подготовила для нас сегодня патрульную рубрику. Лена, здравствуй, слушаем тебя. Да, коллеги, спасибо. Инцидент произошел на днях в Куиде. Все было так. Отец катал своего сына на ледянке, после чего мужчина решил убрать инвентарь во двор дома и оставил маленького ребенка на дороге одного. В этот момент водитель автомобиля ВАЗ 14 модели, видимо, не заметил малыша и наехал на него. Чудом ребенок остался жив, но получил различные травмы и был госпитализирован. Сотрудниками полиции были собраны улики, которые доказывают вину автомобилиста. В настоящее время в отношении 53-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Тем временем пермские правоохранители остановили деятельность наркокартеля. С ноября 2021 года полицейские задержали более 10 предполагаемых участников. Оперативники установили, что одним из главных фигурантов была 45-летняя женщина, которая получала крупные партии наркотиков, после чего готовила более мелкие для продажи. В итоге оперативники изъяли более 1,5 килограмма запрещенных веществ. Также сыщики установили, что дилеры наладили сбыт и в Омской области. Словом, по фактам незаконного оборота наркотических веществ возбуждены уголовные дела. А в Кунгуре завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, который убил мужчину по неосторожности. Следствие установило, что в ночь на 5 января 2022 года юноша находился вместе с матерью в гостях, где та распивала спиртные напитки. Между женщиной и одним из гостей, 34-летним мужчиной, возникла ссора. Сын заступился за мать и до смерти избил мужчину. В ходе расследования несовершеннолетнего заключили под стражу. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.